Всем привет, ребят, с вами Лайкен, и в данном видосе я вам расскажу дату выхода обновления и расскажу, что делать, когда выйдет обновление, чтобы хорошо окупиться. Итак, погнали. Но перед началом я хочу запустить конкурс на 100 голды, вот победитель из прошлого видео. Тебе всего лишь что нужно поставить лайк, подписаться на мой канал, оставить комментарий, и все, ты участвуешь. В следующем видео будут итоги конкурса. Я хочу начать с того, когда выйдет обновление. То есть 24 числа официально закончится у всех пас на Android-устройствах. Но на iOS и Huawei добавили плюс 2 дня, поскольку с обновлением на этих устройствах опоздали и добавили 2 дня. То есть на всех устройствах пас закончится 26 числа. То есть еще разработчики подадут заявление на модерацию в Google Play и на iOS. То есть это еще займет несколько дней. То есть обновление выйдет примерно 30 числа или может даже 31. То есть под Новый год выйдет новогодний пас и новая коллекция, про которую я сейчас расскажу. Сейчас, ребят, я вам посоветую досмотреть видос, поскольку реально важная инфа. Вам сейчас надо оставить всю голду, которая у вас сейчас есть, продать скины, пока что они дорогие, поскольку когда выйдет обновление, цены вообще упадут, очень упадут. Вы буквально бабочку сможете купить за 1500 голды. Это, ребят, цены упадут вообще в ноль, поскольку я вам говорю, ребят, выйдет новый нож в обновлении. Это вам вот 100% инфа, выйдет нож, выйдет пас, и будут новые события и режимы. Режим будет 3 новых, и, ребят, так что вам реально нужно сейчас закупиться голдой, чтобы она у вас была перед обновлением, и чтобы вы смогли окупиться. Ну и на этом все, что я хотел вам рассказать. С вами был Лайкен, всем удачи и всем пока.